Сегодня в Чебоксарах простились с актером Чувашского государственного театра «Кукол», народным артистом Чувашской республики Петром Клементьевым. Он скончался 26 июля на 66-м году жизни. Петр Клементьев был кукольником, что называется, от Бога. Он тонко чувствовал каждый образ и характер персонажа. В его руках не просто оживали куклы, они обретали душу. Зрители отмечали его яркий, искрометный актерский талант, который не могла скрыть никакая ширма. Он сыграл больше 150 ролей. Золотыми стали «Султан в волшебной лампе» Аладдина, «Ужасный малютка Тю-Тю», «Царь в Емеле», «Дураки» и другие. Одна из главных ролей артиста – «Гадкий утенок» в спектакле «Лебединое озеро». Спектакль идет на сцене уже 3 десятилетия и всегда с аншлагами. Теперь, говорят поклонники таланта Петра Клементьева, осиротел без своего папы и «Гадкий утенок», и сцена осиротела. Он всегда был порядочен, спокоен. Лучших качеств для человека и для профессионала и не найти. Прощаются с ним не только люди, но и его куклы, его любимые куклы, которые сидят в зале и смотрят на него. Наш виртуозный кукловод, который отдал сцене нашего театра почти полвека.